Всем привет, с вами Якун 61, и это новый выпуск новостей из Якуновска. Сегодняшнее обновление в том, что я обновил площадь около мэрии, и сегодняшнее обновление, это у нас новая площадь называется площадь Ленина. Причем выглядит вот в таком стиле, такая просто такая площадка. Кстати, мэрия, еще одно подтверждение, то, что я вот эту трехэтажку трикотажную, я повернул на 90 градусов, вторую такую же я снес. Кстати, появилась еще одна церковь, хотя такая же, что и на улице Космонавтов. Ну, по интерьеру, по всему угодно, то есть по оформлению снаружи тоже одинаковая. Только она, наверное, будет называться немного по-другому. Не знаю как, но я придумал. Давайте приступим к главному обновлению. Так, что мы видим на площади? На площади тот же фонтан вот такой вот клуб. Там доска с информацией о городе, та же самая. Надпись, название Японской области на русском, название осталось прежним, дата основания тоже прежним, язык русский, как основной, и количество проживающих человек сейчас 122 810 человек. И субъект федерации, ну, типа Бубуланской федерации, Никонская область, также здесь написано. Транспорт есть, статус, город с внутригородским делением. Кто не знает, город с внутригородским делением — это город, в котором внутри еще есть районы. Вот сейчас Якутск — это город с внутригородским делением, который в нем состоит три района. Леопольдовский, который сейчас нахожусь, Сажиновский, вон рядом, и Родченковский. Кстати, мэрия осталась прежней, к счастью. Дальше на площади у нас три флага. Флаг Российской Федерации, флаг Якутской области, вот такой. Бежевый, черный и желтый. И флаг Якутска, то есть синяя полоса сбоку, и дальше как кубик Рубик. То есть красный и белый там кубики, то есть как кубик Рубик делается вот так. Так, и вот она, областная дума, то есть Якутская облдума. Вот так вот выглядит снаружи, ну, чисто коробка. Но зато, кстати, с лицевой стороны очень красиво выглядит. То есть темно-серый и... Упс. Так, ребят, извините, вас случайно вылетел. Так вот, вот он, причем вот так вот красиво с этой стороны выглядит, состоящий из серых и оранжевых полосок. Ну, это как гвардейская лента. Да, так. Встречает нас надпись Якутская областная дума. Заходим. Такой вот коридор у нас. Там можно посидеть. Так, тут лестница второй этаж, но потом зайдем. Так, тут у нас вот такие вот кабинеты депутатов. Вот так вот. Такие вот почти. Прям почти все кабинеты одинаковые. Здесь побольше кабинеты. Вот так вот, типа, как переговоры. Кабинет переговоров, точнее. Например, все кабинеты почти одинаковые, только отличается размер. Здесь поменьше, есть побольше, есть среднего, так сказать, ширины, ну, или длины, хотя фиг знает. Так, на втором этаже мы здесь, вот, там почти все кабинеты одинаковые. Ну, а здесь у нас есть скамейки, ну, сиденья, точнее. А, я сесть не могу. А, нет, сел. Меня показалось. Ладно, пофиг. А вот есть еще один кабинет побольше у нас. Так вот. Так, вот полки с книжками, типа грибочки и столик. А сидят различные депутаты, лидеры партий в регионе в городе.
Ну, там, короче, сидят лидеры различных партий, оппозиции, фракций, типа КПРФ, ДЛБР, ЛДПР, Яблоко, Зеленые, Справедливая Россия и так далее. Ну, вы знаете. Блин, дверь не открывается, нифига. Так, ребята, извините, просто произошел очередной вылет. Ничего. В общем, вот такой получился выпуск про про областную думу. Думу и про новую площадь. На этом, к сожалению, у меня больше нету никаких проблем, поэтому можно смело завершать этот выпуск. Спасибо всем за просмотр, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи, всем пока.